В Мадриде прошла презентация команды Repsol Honda, выступающей в классе MotoGP. На церемонии присутствовали как действующий чемпион Марк Маркес, так и его новый напарник Хорхе Лоренцо, сменивший Дани Педросу. В прошлом отношения между теперь уже коллегами по команде были напряженными. Лоренцо объяснил недопонимание разными подходами к прохождению трасс и борьбой за лидерство. «У нас были свои взлеты и падения, но это скорее хороший знак. Это значит, что мы боремся за победу. Несмотря на то, что внешне все выглядело спокойно, у меня были разногласия с Дани Педросой, но мы оставляли их в боксах. Я не исключаю, что могу иметь их из Хорхе, но они не должны всплывать наружу. Это же соревнование». Оба гонщика восстанавливаются после операции, пропустят тренировочные заезды в Малайзии и рассчитывают набрать форму только к первому этапу в Катаре в марте.